Привет, у нас коробка. Нет, у нас события. Во-первых, давай поздороваемся. Ну, что? А меня зовут принцесса Флё. Ну, а меня, как обычно, интернет Михайлович Шас. И Шас у нас будет новость. А новость такая. К нам прилетал дракон. Дракон посыльный. Ну, он просто маленький, поэтому ты не испугалась. И он принес нам огромную посылку. И мы ее сейчас будем... Что? Открывать. Ножом. Ух ты, тяжелый. Собственно, на этом все. Дедушка перегрелся. В смысле, перекачался. Давай открывать. Ну, раз просит принцесса, будем открывать. Так. Начинаем открывать. Мягкие нет. Ой. Не открылось. Я вот эту оторвала. А тут сразу оторвала, да. Так, внимание. Дедушка, как говорится, специалист. Бабушка его на фронт отправляла посылки. А он их так и не открыл. Понял? Волнительно. Интересно, что там? Десятое королевство. Не похромахай. Может, там марафонцы? Ой, ой, ой. Далеко, да? Носочки, да еще. Бумага, бумага, как ждали, потом ждали. Смотри. Смотри, наклейки! Девочка! А где же махорка-то? Где же носочки-то, а? Так, это... Нифига себе! До свидания, дедушка пошел на работу. Так-так-так, у меня наконец-то есть кейс. Смотри, какая огромная! Да-да-да. Огромная. Огромная? Сейчас я ее немножко так... Выживай. Новый год пришел нежданно. Так, сейчас смотрим, что у нас. У нас есть... Про меня, смотри! Я, бабка твоя, ты... Жучка и слон. Мишка! А, это мой слон, да. Уши большие просто. Так, смотрим, что у нас все. Смотрите! Это вон! Ширма для театра! Наконец-то у деда будет свой театральная ширма! И театр свой. Что это у нас тут? Все. Ничего там не было. Нет, не нервничай. Ух ты ж! Ух ты ж, ну ух ты ж! Ирка, сейчас все узнаем. Сейчас вот я подвину, чтобы не упала. А что это? Да что это, не знаю. Все, это праздник какой-то. Это доска. Доска. Знаешь так, давай посмотрим в инструкции. Сейчас сверимся со списками. Значит, так. Секунду. Ага. Игра настольная котята одна штука. Куртка кожаная. Одна магнитофон. Два. Шпак, подпись. Все нормально, все есть. Все а есть. Это рисовать. Это, наверное, стерочка. Ну, слушайте, у нас из 10-го королевства добра понавалило, подарки неожиданные. Это с этим все надо будет играть. Играть, ты готова? Да. Будем играть. Мы будем играть вот это. Даже не знаем, с чего начать, но, видимо, вот это. Посмотрим, да. Вот сюда. Сейчас мы тут тогда уберемся и начнем вот в это играть. Подождите, секундочку, уже открываем. Так что давайте сделаем небольшой перерывчик. Внимание. Уходим на рекламную паузу. Продолжение следует.